Атабай Ихсан представляет. В раю уготованы самые разные наслаждения. Нам они неизвестны, но мы знаем об одном из них. Один вид отрады, которую мы никогда не испытаем в этом мире, но который мы сможем испытать в мире грядущем. Мы сможем увидеть Аллаха Субханаху Тааля. Разрешите поделиться с вами одной историей. Допустим, вы находитесь в своем доме в раю, и к вам в дверь стучит ангел. Постучав в дверь, он взывает: «Собирайся, пойдем навестим Аллаха. Пойдем навестим Аллаха. Вам еще никогда не доводилось видеть Аллаха. Вы открываете дверь, ваш транспорт уже ждет. Вы отправляетесь верхом на этом транспорте в прекрасную открытую местность. Вокруг горы с насыпью золота, изобилие благоухающего мускуса. Все сидят согласно своему уровню в раю, и никто ни на кого не держит зла. Мы сидим, вспоминая старые дни мирской жизни. Как вдруг, братья и сестры, неожиданно появляется яркий свет. Свет поверх света, поверх света. Мы смотрим в изумлении и спрашиваем ангела: «Это Аллах? Мы никогда не видели Аллаха». На что ангел отвечает: «Нет, это свет, который предшествует Аллаху». И наблюдая за этим, мы вдруг слышим: «Ассаляму алейкум, я ахляль джанна». «Мир вам, обитатели рая». В ответ мы изрекаем: «Аллахумма антас салам, ва минкас салам, табаракта я заль джалали валь икрам». «О Аллах, Ты мир, и от Тебя мир. Благословен Ты, о обладающий величием и щедростью». Слушайте внимательно, братья и сестры. Аллах спрашивает нас: «Вы рады? Вы счастливы?» Мы отвечаем: «О Аллах, как нам не радоваться, когда Ты спас нас от адского пламени и ввел нас в рай?» Тогда Аллах спрашивает: «Что вы еще пожелаете?» На что мы отвечаем: «Ничего не надо». И Аллах скажет: «Нет, сегодня день дарования. Я хочу одарить вас большим. Что вы пожелаете?» И тогда все мы в один голос воскликнем: «О Аллах, открой нам свой лик. Мы тоскуем по Твоему лику. Мы поклонялись Тебе всю свою жизнь и никогда не видели Тебя. Ты даровал нам все, братья и сестры. Многим из нас Он даровал ислам, даже без нашей просьбы. А для тех, кто принял ислам, Он наставил вас на правый путь. Братья и сестры, вы все хотите увидеть Его. Вы тоскуете по Нему. Вы любите Его. О Аллах, мы хотим увидеть Тебя». И тогда занавес между нами и Аллахом будет поднят. И впервые нам выпадет возможность увидеть Аллаха. Вы увидите того, кто сотворил вас из ничего. Вам выпадет возможность увидеть того, кто сотворил саму красоту. Вам выпадет возможность увидеть того, кто знает вас лучше, чем вы сами. Вы сможете увидеть того, кто предоставил вам множество возможностей попасть в рай. Вам выпадет возможность увидеть того, кто милосерднее вашей родной матери. Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, неужели мы увидим его прямо вот так?» На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Посмотрите на луну. Вы видите луну?» На что сподвижники ответили: «Да», и он сказал: «Вот точно так же». Возможность видеть Аллаха, дорогие братья и сестры, это уже и есть та радость и услада, которую мы не способны ощутить и осознать в этом мире. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.